Я шопоголик. О как. Даже не столько я что-то покупаю, а люблю смотреть на вещи, представлять их на себе. Или для детей постоянно что-то смотрю, например, игрушки. Насколько я знаю, приобретение сверхнеобходимого – это излишний грех. Может, дадите совет, как избавиться от этого? Кроме традиционных советов, я вам ничего больше не скажу. Ну, то есть, там, воздержание какое-то должно быть, да, молитва, как-то отвлекаться, внутренняя работа должна быть. Вот эти вот, они стандартные какие-то такие вот рекомендации, они очень важны, это очень правильно. Это не просто так отмазка, что отмахнуться, ну, молись там, постись, и все нормально будет. Нет, это действительно так. Но вы и так это знаете, я думаю. Что еще можно здесь добавить? Это можно вопрос вообще-то с психологом порешать и наметить пути решения этой проблемы. Потому что здесь зависимость, да, вот шоп-магазин, да, вот это вот шопинг. Зависимость, и с этой зависимостью нужно что-то делать. Да, и какие-то шаги предпринимать, ну, это психологические какие-то, психологическая помощь требуется.